Утро в Улан-Удэ всегда бывает добрым. Сегодня в микрорайоне Светлый произошло страшное ДТП. Сразу три автомобиля всмятку. Предположительно, один из водителей пошел на обгон и выехал на встречку. Сегодня около 7 часов 15 минут водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, предварительно совершил касательное столкновение с автомобилем Toyota Fielder под управлением женщины 1985 года рождения, после чего совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. Удар был такой силы, что выскочил. Искореженных авто зажало людей. На место аварии оперативно прибыли спасательные службы. Извлечение пострадавших осуществлялось с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента и бензореза. Срезав двери автомобиля, спасатели отогнули панель автомобиля, извлекли мужчину и передали врачам скорой медицинской помощи. Сейчас трое пострадавших в больнице в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства аварии выясняются.